Он старательно чеканит шаг и барабанит в такт своим товарищам. Илья Семенов мечтал научиться игре на барабане с детства. Сегодня вместе с остальными воспитанниками, а в строю их 22 человека, юный кадет готов выйти навстречу своей мечте. Правда, в этом году сделать этого не удастся. Из-за эпидобстановки парад пройдет в формате онлайн. Мне больше нравится по душе барабаны, чем как бы гитара, там разные духовые инструменты. Больше барабаны. Первый парадный расчет юных барабанщиков в Самаре подготовили к 10-летнему юбилею исторического парада памяти. Организаторы вынашивали идею 3 года. В итоге было принято решение готовить ребят на базе Самарского кадетского корпуса МВД. В помощь пятиклассникам пригласили музыканта военного оркестра Ивана Кирзона. В начале желающих научиться барабанить на профессиональном уровне было 40 человек. Осталось 22, самые стойкие и талантливые. Репетиции проходили в ежедневном режиме. Сначала мальчишки тренировались на бокалах, карандашах, резиновых подушках. Теперь оргкомитет подарил кадетам новые настоящие барабаны. На урок бегут с радостью. Ну, все любят пошуметь, поиграть, покричать, и у них есть эта возможность. Ребята вообще молодцы, можно сказать, герои сегодняшнего дня, потому что, то есть, тот результат, который они достигли за 8 занятий, это, конечно, достоин похвалы. К подготовке юных барабанщиков также подключились военные дирижеры и оркестр 2-й гвардейской общевойсковой армии. И хотя в этом году парад памяти пройдет онлайн, воспитанники кадетской школы не унывают и не теряют надежды пройти по площади Куйбышева будущей весной 9 мая. Участие личного состава в параде памяти, конечно же, играет огромную роль в патриотическом воспитании наших ребят. Это дань памяти погибшим, живущим ныне ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Мы таким образом поддерживаем славные традиции и приумножаем эти славные традиции нашей родной Самарской губернии. Парадный расчет юных барабанщиков первый в Самаре. До этого участие в торжествах принимали воспитанники Казанского Суворовского военного училища. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.